В честь первого казахского космонавта Тохтара Убакирова открыт новый спортивный комплекс. Спортивный дворец находится в поселке Тохтар. Это не последнее радостное событие для сельчан. Летом жители поселка своими силами отремонтировали здание мечети. Подробности у нашего корреспондента. В поселке имени Тохтара Убакирова за год было выполнено немало полезных мероприятий. И сегодня произошло знаменательное событие. После капитального ремонта гостеприимно распахнул свои двери спортивный комплекс «Тохтар». Торжественное открытие прошло с участием специалистов акимата Каркаралинского района, директор спортивной школы Жасункар, чемпиона Азии по самбо Хайдара Канжанова и самым главным виновником торжества Тохтара Убакирова. Их ребят, инициатором которого был Канатай Мухтаров, они решили построить здесь спортивную школу. В ауле, в обычном ауле, вы понимаете, это не в городе, не в районе, а в ауле. И свою мечту, свою цель они вот сейчас исполнили. И сегодня был очень приятный момент разрезания ленточки. Впервые за всю историю на важное событие собрался почти весь народ поселка Тохтар. Этого дня с нетерпением ждали не только сами организаторы, но и все любители спорта. И сегодня зал вновь готов к проведению турниров более высокого статуса. Сельчанами была организована концертная программа. А в адрес тех, кто активно участвовал в ремонте спортивного дворца, были высказаны самые теплые пожелания. Не остались без внимания и те, кто вклал огромный труд в развитие спорта страны. Им коллектив спортивной школы «Жасункар» вручил татами, за что работники спорткомплекса «Тохтар» и благодарят их. Ну вот открылся наш спортивный комплекс. Нужно отметить, что это делается для молодого поколения. Тут есть примеры международных турниров. Надеемся, что наши спортсмены будут и дальше развиваться. И вот наступил самый долгожданный час. Спортивный комплекс торжественно открыл первый казахский космонавт, герой Тохтар Убакиров. Бәрекелді, қуаныштарың құтты болсын. После торжественной церемонии открытия молодые борцы поселка Тохтар продемонстрировали свои таланты на данном ковре. В свою очередь Тохтар Убакиров отметил, что будущее страны частично зависит и от молодых спортсменов. Нельзя не отметить, что одним из самых главных организаторов всего торжества – это преподаватель физической культуры, директор спортивного комплекса Канат Мухтаров. Хочу поздравить всех сельчан и пожелать, чтобы в поселке было много хороших спортсменов и чтобы наш поселок процветал. На сегодняшний день поселок Тохтар полон всяческими наградами по какому-либо виду спорта. Например, дзюдоист Марат Зангар – призер не только областных спортивных конкурсов, но и завоевывал места в российских, кыргызстанских, узбекистанских международных турнирах, а на днях стал кандидатом в мастера спорта. Я очень рад, что открылся новый спорткомплекс. Теперь буду тренироваться, не покладая рук. И это не последняя хорошая новость в поселке Тохтар. За летний период активистам совхоза удалось отремонтировать здание мечети. Теперь здесь аксакалы проводят лекции среди молодежи, рассказывает преподаватель школы Биржан Сапаров. Спорткомплекс помогали строить наши земляки, за что я им очень благодарен. Они помогали нам, и во многом это их заслуга тоже. Теперь представители поселка Тохтар уверены, что их молодые спортсмены достигнут больших высот, ведь для них предоставляются все условия. Мирангул Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.